что вы пили, ребят? Мальвазию. Вот. Это Сан-Марко, сейчас будет все отражаться. Пойдем скорее фото. Все, побежали. Это офигенское кафе, на самом деле. Ребята, да, фантастика. Grazie. Vai sopra che c'è il ristorante. Sì. Ребят, нас ведут в ресторан на самый верх, потому что вот там, где мы были, это был бар. Но вот это самое место, это ресторан. Alla gloria militar, cherubin va la vittoria. Alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Пока! На Сан-Марко. Пошли на Сан-Марко. А вот сюда. О, там вообще затоплено, смотри. Ладно. Да, я понимаю. Сделать ничего не могу. Да. Ой, мать вашу, а! Все сырые. У нас нет этого. Сырость везде, собака. Увидели, и вот эти вот мужики вот сухие стоят. Мы увидели во всей красе Венеции, а у нас батареи дома нет. Сорян, это мозг
Риальто. Риальто. Он не Риальто, сырой. Венеция во всей красе. Венеция во всей красе, да, это точно. Вот все люди в таких ботинках. Ох, смотри, нам что нас ждет. Не, я босиком пойду. Я пойду босиком. А мы ржали над ними, Серж. Угу. Так. Ладно. Сдавать босиком. У тебя. Вот. Все затоплено. Это капец какой-то, ребят. То видео, где мы ночью ходили, мы вот здесь вот были, и здесь была вода. Посох дойти вот до этого места. Вот такой вид. Вот эти столбы. Давай осторожно. Тут делают вот специальные такие вот штуки. Вот это мостики, которые заставляют не по колено. То есть вот здесь такие глубины. Но они резко заканчиваются. Тебя снимают? Да. Я надеюсь. Ой, ебать. О. Саня. Ты сняла, молодец. Бляха, Венеция, блин, приняла нас. Да, очень скользко ходить по плитам. Да уж. Это капец, ребят. Да мы идем. Вот. Ой, блин. Сейчас мы дойдем уже до этого места. Сейчас чуть-чуть осталось. Давай быстрее. Вот, такие штуки. Штуки, штуки. Вот это плохо было, да? Нормально. Это плохо было? Нет. Нормально. У меня упала батарея. Воду. Ну, gracias. Мы уже дошли. Сейчас приедет кто-нибудь. А, гондольеры. Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес. Так и идем. Куда идти? Куда выбить? Смотри, смотри. Чеверичка, пойдем, пойдем. Чеверичка такой, смотри, идет. Сейчас я пойду. Давай, давай, давай. Вот, да. Идет. Бац. Ух ты! Все, как пацаны. Вот так вот. Нас утро встречает прохладой. Ребята, вообще, вы не видели этого. Вы не ходили. Проводили бы за угол нас и поняли, что происходит. Ты капец, да. А может, у них все хуже. Мы думали, для чего же продают за 10 евро какие-то нахлобучки на ноги, для того, чтобы ты не промок. Оказывается, вот для этого мы уже проходим третью. Это не лужа, это супер лужа. Мы ржали. Да, мы ржали на себе. Давай, снимай меня. Вперед. Давай. О, чертовски промокли ноги. О, давай, выходи. Все солито, как пойти к дому. О. Вроде пришли. Ха-ха. Ёлки высокие, как мы завтра. О,
Вот наш дом. Вот. У себя дома. О, слава богу. Вот и такой. Здесь сырой. Write a little note on your toes. Don't forget to dot the I's. Look at what you wrote. Goodness knows it's easy as pie.